вечер, дорогие зрители. Вновь с вами Анна Шамбадал и Павел Савченко. До Нового года всего полтора часа остается, и мы не заканчиваем работать до боя курантов. Мы сегодня будем вместе с вами. С наступающим, мои золотые. И хочется все-таки вспомнить, что 2017 год, уходящий наш год, запомнился нам большим количеством грандиозных праздников и концертов. И вот, кстати говоря, телевизионных проектов. Да-да-да, одним из самых ярких является «Марафон талантов». Это народный конкурс, проводится на Южном Урале уже на протяжении 4 лет кряду. И вот за это время телепроект успел стать всенародно любимым и пользуется спросом у всех южноуральцев. Да что-то мне особенно повезло, Аннушка ведь вела этот проект. Говоря, о, с кем я в одной студии стою. Друзья, ну а сегодня у нас в студии гости, финалисты проекта. Это народный коллектив, мужской вокальный ансамбль «Ясный сокол» под руководством Ларисы Косар. Да. Всем привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше новогоднее настроение? Отлично. Боевое. Боевое? Нескромный вопрос. А сокол еще ясный за полтора-то часа до Нового года? Очень ясный. Ясней некуда. Что ты говоришь? Стоишь с Буратино. Не рассказывай всем секреты съемочного процесса. Итак, друзья, мы вас тоже поздравляем с наступающим. Как мы понимаем, отсюда вы сразу на площадке работать или к близким и родным? И конечно. Туда, и туда. Угу. А, знаете, мы сегодня хотели все-таки узнать, вот вы талантливые люди, нам это сказали, это я факт. Это сама лично видела, да. Но все-таки талантливый человек должен быть талантлив во всем. Так ведь говорят, да, Паша? Говорят так, мы, конечно, не будем заставлять вас рисовать елки и надувать шарики. Но мы проверим талант до конца музыкальных. Да. Вы же поете, вы же много песен знаете? Очень много песен. Да. Отлично. Вот давайте, помните, в «Ну, погоди», да, «Ну, да, погоди», да. Была такая сцена, когда, значит, волк вот это «Ой!» и начинал хор петь «Ой, мороз, мороз!» Вот. Подсказывайте. Ну я ладно, мы сейчас слой-то не будем. Вот давайте сейчас так же сделаем. Мы поговорим одно слово, а вы должны подхватить и вместе спеть. Согласны? Давайте. Давайте. Итак, Анечка, начинай. Я начинаю. «В голове моей». «В голове моей туманы, маны». Уплыла любовь без кармана. Хорошо, Новый год. Новый год нам мчится, скоро все случится. Нормально. Видишь, кто о чем думал, кто не сказал. Цветет калина в поле у ручья. Ах! Ах, какая женщина! Какая женщина! А вот это вот. Ту-ту-ту. На-на-на. Снова вместе, снова рядом. Только! А, нет, это позже. Ну все, на этом я предлагаю закончить. Проверили их таланты? Потому что сейчас все гости уже зрители уже начали подпевать. Действительно. Это понятно? Я думаю, что вы для нас приготовили свой подарок, который хотели бы прямо сейчас исполнить, да? Да, конечно. Да, мы хотели бы поздравить всех с Новым годом и с Рождеством. И хотели бы сказать, чтобы все любили и были любимыми. Тот, кто не встретил свою любовь, пусть в новом году ее встретит. А кто в разлуке, возвращайтесь. Вас ждут и любят. С Новым годом, с Рождеством! Берегите друг друга. Ура, друзья! Всем добра! Для вас поет ансамбль «Ясный сокол». Ну, а мы танцуем по традиции. Ну, давай потанцуем. Можно нам танцевать? Конечно. Конечно. На окошечке с приталинкой выводила мое солнышко тонким пальчиком печалинку. На столе горела свечечка, да и стаяла вощеная. Не журись, мое сердечушко, мое счастье нареченное. Я к тебе дорожкой дальнею, наперед перегонки с луной. Прилечу, примчу желанная, чтобы встретить Рождество с тобой. Я к тебе дорожкой дальнею, наперед перегонки с луной. Прилечу, примчу желанная, чтобы встретить Рождество с тобой.
ты с чарочкою пенною. Разговоры будут заполнять. Ой, да какие откровенные! А потянется слезиночка, да ты ее смахни ладошкою. Я с тобой, моя грустиночка, ты со мной, моя хорошая. Я к тебе дорожкой дальнею, на переперегонки с луной прилечу, примчу желанная, чтобы встретить Рождество с тобой. Я к тебе дорожкой дальнею, на переперегонки с луной прилечу, примчу желанная, чтобы встретить Рождество. Перегонки с луной прилечу, примчу желанная, чтобы встретить Рождество с тобой. Я к тебе дорожкой дальнею, на перегонки с луной прилечу, примчу желанная, чтобы встретить Рождество с тобой. Я к тебе дорожкой дальнею. Браво! Народный коллектив, мужской вокальный ансамбль «Ясный сокол». Спасибо вам огромное. Ну и, конечно же, вашему руководителю. Ларис, спасибо вам огромное. С наступающим, друзья! Ну а пока проверяли таланты наших, так сказать, артистов, прямо сейчас в центре города находятся наши коллеги Аня Андронова, кто? Дамир Назиров. Так, и чего они делают? Ну, похоже, они должны нам рассказать, а включится ли городская иллюминация и что там с огнями на площади. Аня, Дамир, добрый вечер. Скажите, иллюминацию уже всю включили? Несколько часов до Нового года мы находимся на Кировке, людей мало, все, видимо, уже режут салаты, потому что оливье само себя не порежет. Хотя я бы отметила здесь Новый год. Смотри, какая классная иллюминация, прям на Кировке в центре первый раз такое. Вот такого не было еще ни разу. Весь город светится ярко вообще в центре, класс. Очень красиво, хочется с кем-то поговорить, какие-то впечатления, чтобы узнать. Пристанем? Сейчас у люди есть, пристанем, да, девчонки, привет. Ну, как у вас настроение? Здрасте. У нас очень хорошее настроение. Посмотрев на то, как украсили наш город, очень хочется творить, танцевать что-то новое. Ух ты. Какая мы иллюминация, скажите же, просто вообще огонь. Первый раз у нас такой, где справлять будете Новый год? Я буду дома. С семьей. Дома с семьей, а вы? Мы тоже будем дома с бабушкой и дедушкой. То сейчас быстренько такие прогуляться. Последний раз по Кировке в этом году, в 2017, и бегом в 2018. То есть вы не готовите, готовят за вас ваши родители, да? Понятно. Молодцы. Понятно. Ничего, скоро повзрослеете и тоже будете тазиками резать. Вы знаете, что если пробежать 18 раз под этими арками, то желание сбудется обязательно. Нет. Вот, это с этим как бы и строили. Вот эти вот записки в шампанское уже не работают, да. Нужны новые методы. Нет, нужно 18 раз 2018 пробежать. Год наступает, именно поэтому. Давайте быстренько загадываем желание и уходим вдаль. Надо за руки взяться, за руки. Ну, есть, готовы? Да. Готовы, все, давай, побежали. Вот так и рождаются городские легенды. Да, Дамир только что это придумал, но вдруг сработает. Давай закрепим. Загадываем? Загадываем. Все, побежали. Погнали. И вы тоже бегайте здесь.
Какой красивый, Паша, у нас с тобой город. И не только у нас с тобой, всех южноуральцев. Как он красиво светится. Это факт. Иллюминация включена, елка горит. Ну, а значит, и у нас в студии должно быть празднично. Значит, у нас должно быть празднично, потому что у нас есть барабаны непростые, они светятся. А также у нас есть шоу барабанов Tesla Beat. Посмотрите внимательно, какие они красивые. Друзья, прошу любить и жаловать. Макс, привет. Привет. С Новым годом. Привет. А я, видимо, тоже должна так сделать. Павел Ерохин. Вот так. Мне больше повезло. Вот это хорошо. Итак, друзья, сегодня в нашей студии будет и громко, и празднично, и ярко, и все это благодаря ребятам. Шоу барабанов Tesla Beat — это известный бренд в Челябинске. Ну, правда. Сколько лет вы уже на сцене? 5 лет. 5 лет шоу? 5 лет, да. Мне кажется, у тебя другой был вопрос, когда ты сказал сколько, я подразумевала, что это другое. Будет следующий вопрос. А сколько вы денег зарабатываете за новогоднюю кампанию? Гораздо меньше, чем ты, Паш. Спасибо, мой хороший. Нет, если... Подождите, мне нужна точность в цифрах. Хотя бы какую-то примерно. Примерно как ты, и, соответственно, гораздо меньше, чем Паша. Вот, Анечка, мы же друг друга поняли. Знаете, мне кажется, что мне пора больше зарабатывать, и я хочу научиться барабанить. Вы можете меня научить? Я тоже хочу. Подожди, стоп. Во-первых, ты не одна в студии, у тебя есть напарник. Это очень хорошо, что ты заметила. Поэтому, ребят, могли бы вы нас научить с Анной барабанить? А вы как, после бокальчика уже будете играть? Мы потому что, когда мы развлекаем наших гостей, они уже, как правило, после бокальчика играют. Мы пока вообще держимся. Буквально 1.5 часа до Нового года. То есть иронии судьбы еще не было? Нет. Но легкий пар как бы приветствуется. Легкий пар был с утра, в 10 утра мы уже нырнули. Понятно. Легкий пар сейчас появится здесь. Пашенька, итак, ваши палочки для суши. Так, это мои. Палочки для суши, напомню, берут вот так. А эти все же вот... Главное не заталкивать их в ноздри. Анечка, тоже помни об этом. Какая суша, такие палки. Главное не перебивать. А еще я знаю, что барабанщики все перед началом играть делают вот так. Нет, там идет ритм. О, да, все, молодец. Молодец, раз, Паш. Два, три, речь идет вот прежде всего. Ты сначала играешь как бы половинчатые ноты, то есть раз, два, а потом каждую четверть. Раз, два, три, четыре, да, не спи. Как это весело. Итак, у вас в балете все гораздо интереснее, конечно. Ну, да, вы хлопаете еще... ногами. Так-то и за так-то. Хорошо. Есть ли какой-то очень простой, как это называется, ритм, который можно освоить? Конечно, давайте вспомним песню группы Queen «We Will Rock You». Все помнят же, наверное? Конечно. Тун-тун-тун. Соответственно, ваши большие барабаны – это тум-тум, а тыш – это маленький барабан. А, маленький вот барабан. Это? Да, вон тот. Соответственно, тум-тум-пам, тум-тум-пам. А давай, надо одновременно бить палками? Конечно. В вашем случае, конечно. С новым, с новым годом! Эй! Наше утро! Закончили упражнение. Невольно сбиваюсь с вашего прекрасного ритма, Паш. Буквально песня сразу рождается новая у вас. Вы талантливый барабанщик. Почему бы вам не сменить карьеру? Тем более, что многие зрители, наверное, этого хотят. Все, намек мне ясен. Ну, и знаете, не очень хотелось. Дорогие друзья, все-таки действительно в новогоднюю ночь хочется предоставить сцену, слово и нашу студию настоящим профессионалам. Анечка, нам нужна темнота. Отдай им палочки. Нам нужна темнота. Так, что, мы уходим? Мы вас сейчас как-нибудь красиво объявим, выключим свет. И делайте все, что хотите. Договорились? Отлично. Но так, чтобы было всем празднично. Паша, давай ты уйдешь, а я здесь. Да, Анечка пусть остается. Это позже. Итак, дорогие друзья, уважаемые телезрители, еще раз с наступающим Новым годом. В гостях в нашей студии шоу барабанов Tesla Beat. И прямо сейчас будет как? Жарко. Еще? Красиво, светло, празднично, по-новогоднему. Ты выиграла конкурс эпитетов. Итак, друзья, на сцене шоу барабанов Tesla Beat. Ура! Fire! Fire!
круто, спасибо вам огромное. Потрясающе. Еще раз с Новым годом, с наступающим. Ура! Такого у нас студии еще не было, чтобы свет, газ, дым. Свет, газ, дым. Правильно, дым. Все, ты все знаешь. Веселящий газ. Наше шоу «Тесла бит». Ладно, друзья, в общем, если вам нечем заняться в новогоднюю ночь, а есть ли такие люди? Кстати говоря, есть, вы знаете, есть. Да? И знаете, есть, да, мы их видим часто на дорогах вот ночью. Мы так каждое 31 декабря у нас традиция ездить по городу. Это да. То есть вы сейчас прямо, так сказать, с корабля на бал поедете? Да, да. Мы вам желаем прекрасной, продуктивной ночи. Ну, а вот кто еще сегодня, кроме артистов, не будет спать? Кто сегодня работает, как мы, так сказать, на посту? Павел Савченко и Анна Шамбадал. Помимо. Наш корреспондент Эльвира Исмагилова знает этих людей. Прямо сейчас она подготовила репортаж про них. Давайте посмотрим. Вся страна отдыхает, но лишь малая часть россиян не спит в новогоднюю ночь не из-за празднования, а из-за службы. Те люди, что стоят на страже порядка. В эту ночь о нас заботятся коммунальщики, врачи, спасатели, полицейские, проводники поездов и другие люди. Все те, для кого новогодняя ночь рабочая. И трудиться они начинают еще днем. Кому на Новый год оливье и селедка под шубой, уютное кресло и телевизор, а кому антипожарная экипировка и бессонная ночь. Для сотрудников МЧС эта смена ничем не отличается от других. Звучит тревога. У караула есть всего одна минута, чтобы надеть экипировку и выехать на пожар. В таких случаях дорога каждая минута. Удивительно, но дорогу уступать пожарной машине автомобилисты не торопятся. Наоборот, мешают проехать. Но все обходится. Первый вызов в праздничную смену оказался невостребован. Сотрудники МЧС возвращаются в депо. Подразделение, которому мы приехали в помощь, им, ну, выяснилось, что было пригорание. И так как мы не нужны, мы сейчас следуем в депо. Ехали по один адрес. А они остались, ну, своим подразделением только. Пока есть время, бойцы МЧС решают отпраздновать Новый год. Вместо мандаринов и шампанского, торта и горячий чай. После застолья игра в теннис. А Ильнур Бегильдин наряжает елку. За 5 лет службы в МЧС уже второй раз встречает праздник на работе. Отмечает, повышенной пожароопасностью прошлые новогодние праздники не отличились. И МЧС, пользуясь случаем, просит всех челябинцев быть осторожнее с пиротехникой. В основном происходит вызовы только как бы по... из-за неосторожности, то есть оставление оборудования, то есть газового, там, отопление газового, пригорание пищи, как бы неосторожное использование открытого огня, то есть фейерверки, петарды, то есть за этим надо следить как бы. По ту сторону гуляний и стражи порядка в эту ночь сотрудники полиции не дремлют и охраняют наш покой. Давайте узнаем, как они встречают Новый год на работе. Патрулирование улиц, проверка документов и выезды по адресам, откуда поступают сигналы бедствия. Командир взвода полка ППС Олег Кокшаров говорит, в эту ночь надо быть особенно бдительным. За 10 лет службы полицейский лишь однажды встречал Новый год в кругу семьи. Но родные не обижаются, понимают, за порядком кому-то надо следить. А потому жена Олега в эту ночь укладывает в сумку супруга праздничные кулинарные изыски, которые разлетаются мгновенно. Уже к середине смены экипаж лакомится горячим чаем. Алкоголь на службе категорически запрещен. Конечно, коллег друг друга поздравляем с Новым годом, ну, по возможности звоним семье, женам, ну, так, обед, выпиваем чаек, свободное от работы время. Зачастую в новогоднюю ночь случаются пьяные драки, семейные ссоры, да и просто попадаются подозрительные лица. Сотрудники полиции проверяют каждого, и, как правило, именно в новогоднюю ночь количество задержаний возрастает. Камеру убери. Праздник в режиме повышенной готовности. Это про всех тех, кто новогоднюю ночь встречает на работе. Как правило, такое дежурство отличается только наряженной елкой. Алкоголь даже в виде шампанского полностью исключен. Зато челябинцы могут быть спокойны. Их праздник под надежной защитой. Эльвира Исмагилова, Дмитрий Абрахин, Евгений Чкалов, ОТВ. Thank you.
продолжаем всех поздравлять с Новым годом. И, кстати говоря, кому сегодня повезло в эту ночь, и они не находятся на рабочем месте... Но при этом, при всем, это самые, мне кажется, красивые представители тех служб, которые сегодня не спят. Ну, давай, давай, объявляй, пожалуйста, наших гостей. Я не знаю, мне кажется, друзья, у нас в гостях, мне не кажется, точно, абсолютно, у нас в гостях вокальный ансамбль Главного управления МВД России по Челябинской области. А вот мне кажется, что их в этот вокальный ансамбль набирали через конкурс красоты. Я не знаю, давай спросим. Давай, давай. Девчонки. Это так? Нет, конечно же, это не так. Ну, в общем, с наступающим вас. Смутил. Друзья, скажите, пожалуйста, но серьезно, ваши коллеги сейчас все на работе, а вы после нашего эфира домой? А нам повезло гораздо больше, да, мы будем встречать Новый год с нашими близкими. Салатики уже готовы? Конечно. Новогодняя программа уже готова? Конечно. А поздравления готовы? Эх, вот сейчас ты прям с из-под вывертом. Да. Мы все отрепетировали. Отрепетировали? А давайте поздравим. Друзья, давайте мы прямо сейчас вместе с вами поздравим всех челябинцев, всех ваших коллег, которые сейчас находятся на работе, и пожелаем что-нибудь доброе. Да, конечно. Начинайте. В первую очередь хочется пожелать, конечно же, здоровья. Хорошо, отлично. Огромной радости всем в наступающем новом году. Исполнение самых заветных желаний. Ну и, конечно же, безграничной удачи. Отлично. А мы, Анечка, с вами давайте пожелаем всем телезрителям хорошего настроения. А я бы подытожила еще музыкального настроения. Хорошего музыкального настроения, если уж совсем. Итак, друзья, сцена, микрофон в полном вашем распоряжении. У нас в гостях потрясающие артисты. Послушаем? Давайте. Зажигайте. Выйдите из дома, если вам не в радость солнечный денек. Пусть вам улыбнется, как своей знакомой, с вами вовсе незнакомый встречный паренек. И улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше. Зря. Вы в глаза друг другу поглядите лучше, лучше всяких слов, порою взгляды говорят. И улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше. Этот в сердце вам проник. Вспомните, как много есть людей хороших, их у нас гораздо больше, вспомните о них. И улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет Боже вас. Браво! Девчонки, вот это да, вот это новогоднее настроение. Абсолютно точно, друзья. Мы напомним, у нас в гостях вокальный ансамбль Главного управления МВД России по Челябинской области. С наступающим вас. Ну, а мы же пока прервемся, но не вздумайте переключать, потому что все самое интересное только начинается. Да. Прямо сейчас начнется новогодний концерт по вашим заявкам, где мы будем зачитывать ваши письма и включать любимые музыкальные клипы. А еще в 23:30, знаешь, где будут находиться наши с тобой коллеги Марина со Степой? Знаю, конечно, где? Отправлять людей в дальнюю дорогу прямо с ЖД вокзала. Ну, я не знаю, куда люди... Новый год вообще будет я не знаю, куда 31-го люди едут, но увидим. Тем не менее, увидим все это прямо сейчас, не пропустить. С Новым годом!